воскресенье в Самарской области облачно, пройдет дождь. Температура воздуха днем 11-13, тепла, ночью 6-8, выше 0. Ветер юго-восточный 3-5 метров в секунду. В Сызрани тучи и дождь, днем плюс 11, ночью 7, выше 0, юго-восточный 5 метров в секунду. В Тольятти пасмурно, осадки в виде дождя, температура воздуха днем плюс 10, ночью плюс 8 градусов, ветер южный 3 метра в секунду. В Самаре пасмурное небо, днем плюс 12, ночью 6 с плюсом, южный ветер 2 метра в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 56%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.